Друзья, приветствую вас всех. У нас очередное интервью у хозяина овчарки. Привет, как зовут? Здравствуйте, Сергей. Серега. Я тоже Сергей. Два Сергея сегодня дают интервью. И один из них хозяин овчарки. Хотели бы узнать, ты не переживай, не волнуйся. Человек первый раз вообще сейчас работает на камеру. И если он будет волноваться, я думаю, ничего страшного, мы тебя поддержим. Все, расслабься, ничего страшного. Тут вопросы не такие, что там прямо мы будем тебя пин-код карточки спрашивать или еще что-то, просто про твою собаку. Значит, давай с простого. Когда вообще пришел тот момент, когда ты захотел купить себе немецкую овчарку? Ну, у нас была старая собака, она умерла. Ну и решили, что, ну, что в дворе должна быть собака, купили собаку. То есть у вас это как вот собака должна просто быть во дворе? Ну да. А какие требования, вот вы, ты уже понимал, какие будут требования или просто была цель собака вначале? Ну собака и немецкая овчарка, вся семья наша захотела немецкую овчарку. Все, чтобы была немецкая овчарка. Да. Круто. Как выбирал? Ну жена хотела девочку, я хотел пацана. Угу. Ну... Приехали, посмотрели там. Много девочек было, мы выбрали пацана. Он был самый маленький. Да? Да. Ну, доволен собакой? Да, доволен. По каким критериям отбирали, кроме мальчика и девочки? Ну, понятно, есть финансы, за сколько купить, да? И требования как расу, может, еще к чему-то. Или у вас просто задача была немецкая? Ну, черпачная мы хотели. Увидели эту маму. Папу видели. Ну, мама такая крупная, большая. Интуитивно, в общем-то. Да. Приехали, да, увидели, да, понравилось. Да, да, да. Купили. Хорошо, приехала собака в дом. Уже что дальше происходило? Вот забрали, вы сразу забрали собаку? Да. Потом месяц что, какие был, советы можно дать людям, которые... Ну, во-первых, за питанием следить. Она у нас заболела сначала энтеритом и еле вычухали. О, вот это номер один сейчас, это по болезням. Очень внимательно наблюдать за тем, что... Собака может заболеть. То есть вы взяли собаку, она подхватила что-то, да? Да, энтерит. Возили капельницы или уколы. Сколько заняло лечение? Ну, наверное, недели две. И по деньгам тоже там не дешево? Ну, несколько не тысяч гривен. Ну да? Да, да. Несколько тысяч гривен. Дам сразу хороший совет, когда берете собаку, должна быть на гарантии на всех прививках, и когда мы забираем собаку, среда, в которой она должна будет быть, это должна быть чуть-чуть стерильная среда, потому что маленький щенок, которого забрали, вы, может, не подготовили до конца двор после той собаки, что... Она первое время вообще в хате жила. В доме была? Да, в доме. То есть, ну, другие собаки могут забегать во двор, или коты, или еще кто-то? Коты могут, да. Собаки, вот они нет. Могут быть разносчиками там. А может со старого вообще? Может со старого. Значит, переболела, потом что дальше? Ну все нормально. Все нормально, все хорошо. Скажи, по питанию, как питается собака? То есть вот для тех, кто, у кого есть овчарки, ты один из тех людей, который может рассказать, как он уделяет своей собаке время и как он ее кормит. И это правильно для тебя, да, но у нас есть куча людей, куча мнений, конкретно вот с твоей собакой, как питается ваша собака, то есть кормление. Ну, покупаю, во-первых, каши эти, пшеничку я покупаю, подвариваю эту печенку яловичу, вымя покупаю. Забирайте меня к себе, я тоже буду есть. Да, да. Нет, так оно есть. Так это круто, но он выглядит очень хорошо у вас. То есть мы говорим о натуральной еде, значит, это каши и мясо, печенка, мясо, правильно? Отлично. Это такой рацион постоянный у собаки, да, ну, все стабильно. Да, ну, кости, обрезки телячьи тоже идут. Круто, круто. Значит, с питанием вопрос закрыли, то есть натуралка. Хотелось бы узнать дальше... Как решили обратиться на обучение? Вообще, с какой пришел момент, когда вы понимаете, что нужно обучаться или не нужно обучаться? Какой совет можешь дать тем людям, у которых тоже собаки, и с какого возраста лучше начать, и как вы начали? Мы подумали, что собака должна во дворе быть умная. Мы обратились к вам, и мы, ну, начали ходить, и мы довольны, в принципе, своим результатом на данный момент. Круто, круто. Сложности, какие-то трудности в обучении были? Ну, были, и сейчас есть какие-то сложности.
Ну, собака, ну, стараемся, устраняем. Не сдаемся, да? Не сдаемся. Молодцы. Есть время, идем. Это круто. А какие-то советы людям, которые заводят собачку, есть какие-то пару советов дать людям? Что ты можешь посоветовать? Любить своих животных, угу. И хорошо их кормить. Воспитывать. Воспитывать. Да. Любить, кормить, воспитывать. Да. Ну, это правильные советы. В принципе, так должно быть. По обучению, понимаю, конечная точка, которую вы хотите научить в обучении, это научить охрану собаки. Правильно? Ну, да, то есть, да. Чтобы она несла свои функции. Насколько сильно хочешь, чтобы собака охраняла? Ну, хочу, чтобы охраняла. В общем, я думаю, если ты будешь делать домашнее задание, которое ты увидел, собака выйдет на этап, когда мы сможем допустить ее к группе по охране, после этого у нас начнутся хорошие результаты. И потом ты будешь уже доволен той собакой, которую ты купил. В общем, ты сам построил ту собаку, которую взял. То есть ее постепенно знание, учеба, труд, и вот все это формирует в конце уже послушную, умную, хорошую собаку, любимую. Ну да. Правильно? Да. Ну, спасибо, сильно волновался? Да, так. Ну, волновался? Ну, да. Чуть-чуть. Так, значит, я думаю, поддержим лайка человека, который волновался. Он все-таки один из наших собачников, тех, кто тоже любят собак. И в приоритете немецкая овчарка, я думаю, стоит поддержать. Ну и написать свой комментарий, какие для вас несколько важных пунктов приобретении собаки, в кормлении, в обучении. Это будет полезно почитать тем, кто будет смотреть этот ролик и пролистает внизу комментарии. Все, друзья, спасибо всем. Кто не подписан, подписывайтесь. Вот, и спасибо, что вы с нами, да? Все, спасибо, спасибо тебе. Все, до свидания.